И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Ган. Нас почему-то телепортировало в это замечательное место, я надеюсь, я все-таки выполнила, например, вот то задание с волком, как вариант. Ну да, вроде вот, загрузила, нормально. В общем, телепорт, он такой телепорт. Как-то это все грустняво немного. Я была вообще-то в Empire City. Там стоял шериф. Черт. Сейчас мне опять бежать по старому маршруту. Странно, что, кстати, телепортируют сюда. Я же сохраняюсь-то в точке в определенной. Почему? Почему так? Ну да ладно. Конечно. Белый конь. Мы будем как принцы. В общем, сейчас поскачем тогда искать охотника. Сюда сейчас свернем. Слушайте, а не там ли он? Там, я помню, ферма будет, если там свернуть. Нет, мне показалось. На ходу просто так за секунду. Так, охотник. Охотник должен быть где-то тут. Ты мой хороший. Каждый воин должен ежегодно демонстрировать свое мужество. Он да. Должен убить большого белого бизона. А, большой белый бизон. Поищи в прериях. Обычно они шастают стаями. Ладно. Почему-то мне казалось, что будет большой белый волк, но... То ли я неправильно помню, то ли это еще будет. Уху-ху-ху-ху-ху. В общем, посмотрим. Ну, то, что бизон будет, я уже говорила. И... Да. Садим. Да почему 10-то, господи? Раньше 15 было. Что такое-то? Черт, печаль. Так, хорошо, белый бизон. Я, в принципе, догадываюсь, где его искать. Я уже говорила. Ну, тихо-тихо. Конечно. Так, ну пока что ничего не будем покупать. У нас денег-то не очень много. Лучше опять накопим. Чтобы потом затовариться по полной. Так, ферма, ферма там. Поехали туда. Белый бизон, жди меня. Уу! Уу! Черт, как-то круто. Ах, жалко, что Red Dead Redemption только на PS3, да? Эх. Да ладно. Что поделать? Меня вечно обделяют. Я вечно в жопе нахожусь в этом плане. Ни Heavy Rain. Вообще ничего. Ну ладно. Так, белый бизон. Вот. Да, я знала. Тан-тан-тан-тан-тан. Ладно, теперь подкрасться к нему как-нибудь так, чтобы он меня не шибко заметил. А я вот не помню, его стрелой надо или как бы... Чем-то другим трогать. Тихо. Да я пытаюсь. Да твою-то... Все, я не двигаюсь. Меня тут нет. Пойдемте как-нибудь. Хрен поймешь, в какую сторону он пойдет. Блин, не поворачивайся только. Твою. Тихо. Бежим. Блин, shift. А, не убегай. Черт. Блин. Да какого ж хрена? Я в него несколько стрел всадила с динамитом. Он вообще не шелохнулся. Может, дешевле было его именно из ружья? Тыщ, 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 и все. Куда он там скакал-то, подонок? Странно как-то это было. Куда ты ушел? Гад такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Чёртова конер. Ну, мы опять сюда вернулись, да? Не обязательно, кстати, там круг было проезжать. Ну, да ладно. Так, ну хорошо. В самом-то деле, ничего хорошего, конечно. Бизон ушел. Мы в печали. Ничего с первого раза не получается. Спокойно. Конина.
А, так, хорошо, давайте тогда двинем в Empire City. Я так думаю, будет лучшим вариантом. Гири! Мне так нравится. Come on, гири! Хорошо. Так, я немножко блудюсь с непривычки в этих краях. Забавно. Так, речка Говнотечка. Так, ну мы опять круг наворачиваем. Мы здесь уже были, только что. Так, ладно, Empire City по-любому. Давайте тогда от фермы будем отталкиваться. Чё, где? Лучше бы ты не лезешь. Чё ты сказал? У! Оседла на коричневого, конечно. Ну, стой, стой, стой. Я же это самое. Я свой. Все, понеслась. Мне нравится то, что даже ноги стременно засовываются как-то так хорошо, быстро, аккуратненько. Прям вообще классно. А где он? Вот такая же хрень, как и тогда была. С этим, с волком. Чё за нафиг, блин? Я думала, он же ушел отсюда и все. Ух ты. Вон он, Empire City. Ладно, давайте тогда, может... Нет, нифига не хочу. Опять загонять кого-нибудь. Пойдемте лучше поработаем у шерифа. Мне кажется, это отсюда сейчас бандиты выскочат. Ну? А, нет, оттуда, блин. Ну ладно, я угадала, по крайней мере, что они выскочат. Ой. Ага. Жалко, с них нельзя лут собрать, там денежки какие-нибудь. У них же наверняка есть хоть что-нибудь. Да? В общем, ладно, не важно. Старая тема, они опять шарахаются от моей лошади. Так, ладненько. Так, Pony Express не люблю это на время. Ненавижу здание на время. Шериф стоит рядом, стреляют! Режут вон, смотрите. Шериф стоит, ему похрен. Смотрите, реагирует на пулю в живот, на пулю в плечо. То есть, как бы, куда попало, туда и реагирует. Банда Миллера полным ходом скачет к Empire City. Да ну. А вот бродячих смутьянов мы здесь не привечаем. Отправляйся туда и реши эту проблему, ладно? А ты чем занимаешься, прости, ты шериф? Так, хорошо. Кстати, мы в этот домик, может, зайдем? В прошлый раз он тут хорошо так... Ух ты. Хороший вид. В прошлый раз здесь все горело. Видимо, уже отреставрировали, да? Ну ладно, пусть будет так. Так, что у нас тут? Видимо, хозяйка какого-нибудь очередного борделя. Либо любимая проститутка. Что-нибудь такое. А тут что? Банк. Фига. Здесь можно что-нибудь сделать? Хе-хе. Чё, это так чисто для галочки, да? Типа входябельное здание. Так, ну хорошо. Такое ощущение, то, что я... Ну чё, где как? Ну я тут. А, на крышу, наверное, надо, да? Да, по всей видимости. Так, давайте-ка тогда сперва. Вот так вот немного сделаем. Ух ты, ё. Чертовски рад тебя видеть. Скорее, сбрасывайте бочки на перекрёст. Да, подожди, как? Средняя. Хорошо. Да... А сам ты... Ой, ё-моё, я динамит случайно кинула. Хорошо, хоть в бочки не попала. Ну я тебя поздравляю, что ты их видишь. Я ещё тут.
Да подожди ты. Ну все, бочки закончились, мужик. Да я их и так сниму. А лошади тебе не жалко, а? Меня не сбежишь. Не, чтоб просто вот так вот тысяч, причем здесь бочки. Десять золота я за это получила, обалдеть, блин, как много. Шериф жмут несчастно. О, там лесенка. Здесь на это там могу забраться. Эти-то здания уже как бы. Помню, что я по ним могу бегать, но. Кстати, я тут упала. Может быть, сейчас на другое что-нибудь запрыгнем. Пони Экспресс. Ненавижу Пони Экспресс местный. Ну-ка. Ага, получилось, ура. Хорошо. Черт, сюда нет, не вариант. Ой-ой. Паркур. Так. Джеронимо! Нет. Подозревала. Я подозревала. Так, нет. Кто опять? Шериф вообще ни черта не делает. Пойдемте еще раз к нему. Может, еще что даст интересное. А потом поедем искать Бизона. Болтают, что у нас тут вакцину от оспы слегка поперли. Понятно, надо привезти. Да, давай. Вакцина — это хорошо. Кстати, спасибо тому человеку, который сказал, как называется вот эта палка, к которой лошадей привязывают. Коновязь, боже, блин, я постоянно забываю. Вот, хоть убейте. Я не знаю, почему так. О, по-моему, сейчас будет очень сильно защищать, да, эту? Ой-ой. Блин. Назад, конина. Ах ты ж, боже. Раз, два... Где-то тут еще один был, помню. Ой. Кто еще хочет комиссарского тела? Я, черт возьми, шериф. Худ меня назначил, помните? Поэтому как бы... Ничего не знаю. Так, это, видимо, с... Нет, не может быть, чтобы это... А, он же мертв. Вот то. Ага, сейчас уйдешь ты. На рассвете. Так, подождите. Мне еще нужно как минимум... Вот-то. Кого-то там стреляют. Надо быть не может такого. Здесь вот сидит один. Идиот. Так, во-во-вот. Прям вот такая ассоциация пошла с этим. Саруроуни Кеншин. Ой, боже, я посмотрела этот фильм. Господи, это лучшая экранизация чего-то, что не было изначально фильмом. Вообще, который я когда-либо видела. Это прекрасно. Так, полазем. Пожалуй. Еще вакцин. Да... Подожди ты. Мне надо убить еще одного. Главное, сейчас не это самое. Так, ну. До свидания. Так, вакцина. Где вакцина? Там была, по-моему, эфочка. Вот здесь вот она должна быть. По идее, может, я ошибаюсь. Так, подожди, как туда забраться? А, мне же указывают, господи. Так, мне надо забраться туда как-то. Где лесенка? Или тут она? Да ё-моё. Она там где-то, на этой долбанной крыше. Но мне что-то туда не забраться. Так, ладно, попробуем еще раз. Что это было? А, вниз. Вот что это было. А, ну вон, понятно. Все понятно. Все нормально, сейчас сделаем. Прыгать, конечно, тут не очень удобно. Полна. Ну хорошо, если так. Так.
Ладно. Вакцина? А, ну, для идиотов, понятно. Все, супер. Возвращение вакцины состоялось. Отлично. Ну, стоит такой на краю. Так, надо теперь как-нибудь, оп. Так, хорошо. Где моя конина? Которую я тут оставила где-то. Че ты ходишь по моему району? Не нравишься ты мне. Так, лавочник, давай-ка я у тебя что-нибудь куплю. Да-да, давай. Так, все доллары. Ну, как я сказала, не очень много. Здоровее, ну. Ружье, патроны для дробовика, динамит. Мне не хватает. Давайте это возьмем. Так, ну и, в общем-то, сейчас сохранимся и дуем искать бизона. Вон она, моя конина. Ну, это не моя, конечно, скорее всего, но... Какая разница? Кстати, я в таверну-то. Может, зайду? Может, мне что нальют? Музыка такая тревожная, как будто бы, я не знаю. Почему здесь ночной горшок стоит? Мужик. Нет, такой захват. А почему выпить мы не можем? Это печально. Это как-то грустно совсем. Даже в Final Fantasy можно было выпить. Так, ну хорошо. Вон наши пустоши. Давай, конинка. Мой бизон. Ой, я надеюсь, что он там, потому что помните, какая фигня у нас с волком-то была? Будем надеяться, что он действительно там. Угу. Чем бы его, кем бы его? Ну, наверняка луком, потому что... Потому что, да, нет. Стоп, подождите. Я пытаюсь. Может, он сам ко мне подойдет? Так, в каком там сторону двигается? Насрать, он все равно уже убегает. Ура! В общем, понятно, первым делом нужно просто к нему подползти, а там уж не важно, чем его убивать на самом-то деле. Прости, бизон. Я должна была это сделать. Самое главное, вот. А лук... Это уже не важно. Ну, как всегда у нас все. Не с первого раза. Но не, не важно. Не важно. Поедемте к охотнику. Может, он нам еще что выдадет. Какое мега-мега... Вон она, моя конина. Мега-задание. Надо было бы, конечно, все это делать... До финала, да, по идее. Но такая вот... Так вот у меня получилось. Я, правда, даже не помню там... Хотя нет, 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 можно было все это делать до финала. Ну да ладно. Просто, мне кажется, было бы неинтересно кому-то смотреть прям обязаловкой. Как мы тут скачем. А так, кому надо, тот посмотрит. Кому не надо, тот не будет. Главное, что сюжет мы уже прошли. Ваш! Только я так умею. Так, стоп. Я не туда еду, на самом-то деле. Мне нужно обратно. Спокойно, мистер. Мы вас не обидим. Да я верю. Чё ты переживаешь? Почему мы? У тебя один человек был. Один штука. У тебя раздвоение личности? Ты Веном. Так, стоп. Я помню, здесь где-то был поворот к охотнику. Боже мой, где это? По-моему, вот там.
Да, трава вон проглядывается. Ваш! Ва-у-у-у-у! А, как мне прет местное... Стоп. Местное все. Так, хорошо. Ну? Белая волчица столь же свирепа, вот точно. Она охотится у озер и рек. Нормульщиц. Сейчас найдем. Озера и реки, это, конечно, тяжелее будет. Потому что я не помню, где ее искать, откровенно говоря. Озера и реки. Хм. Я догадываюсь. Возможно, я ошибаюсь. Так, ладно, койотики. Вот там вот у нас озера и реки. Так где он был-то вообще, чтобы он испугался? Черт. Давайте утопимся с горя. Так, хорошо, ладно. По крайней мере, будем знать то, что вот, вот это вот место, вот эти фигни, вот эта хрень. И вот здесь озеро, надо запомнить. Поехали в Empire City, может тогда возьмем... Здрасте. До свидания. И вот не страшно им тут на железнодорожных путях устраивать. Непотребство. Поехали на ферму, выполним что-нибудь там. Я так думаю. Хехт. Блин, какое офигенное ранчо. Вообще обалдеть. А черт, рановато прыгнула. Хехт. Зачем я прыгнула, правда, непонятно. Свиняша. Это скотокрады поперли у меня телят, Коул. Так, ну хорошо. Да, да. Их лагерь находится к западу отсюда. Ломай эту штуку и гони мне обратно моих теляток. Теляток. У меня своя есть. Ну, давай. Даю. Куда мне ехать? Так, ну хорошо, телятки это святое. Надо их вернуть. Ущ, оу, синий экран. Так, ну хорошо, я думаю, кстати, как раз мы выполним. Упс. После этого, может быть, еще раз попробуем к волку подобраться. Я помню, я волчицу вот эту белую находила прямо около Dodge City. Что она там делала, я не знаю, но я помню, я ее там находила. Я помню, я не туда еду. Потому что там, по-моему, поворот впереди на эту. Да. Офигенно. Давай. Нам нужно телят спас. А, слушай, подожди, я же догадываюсь тогда, где они. Наверное. Да. Ну что, урод? Ой. Ой, игра только не улетает. Это что? Я уж прям перепугалась, честно говоря. Обычно так игра зависает, когда... Прости. Ух ты ж, божечки. Зачем я, правда, слезла с конины, я не понимаю, у меня само так получилось. Сейчас спасем телятков. Телятки! Еще и гнать их. Прям аж... Они ж туповатые. Бычок. Самый главный, видимо, бычок. Давайте, давайте. Мне так нравится, так мило. Бычок. Телятки и бычок. Так, бычки, бычки, окурки. Так, давайте, бегите. Бычок, веди. Самое главное, по-моему, бычка именно, что гнать к ранчо, а он уж за собой всех поведет. Не зря на него указывают. Давай, 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 вон там ворота. Давай направо, направо, я сказала.
Ура! Все, осталось самое маленькое. Да я гоню, гоню. Бычок куда? Направо. А если... Спугаются, побегут? Не-е-е. Быстрее уже, видимо, не могут. Давай, хозяин, встречай бычка и теляток. Так, вон все. Уже сам знает, куда бежать. Давай. Не-не-не, давай вот прям. А, все, все, все это достаточно, да? Хорошо. Ну хорошо. Так, ну и раз уж мы тут. Поедемте. Интересно, она у Dodge City есть сейчас волчица? Вроде не... Хотя... Там же тоже реки, помните? Там мост был у нас. Вот почему она, видимо, там тусовала. Блин, обожаю эти индийские мотивы. Спокойно, мистер. Мы вас не обидим. Ну, конечно, трупы бежать не умеют. Так, ладненько, сейчас аккуратненько. Подскачем. Не хочу спугнуть случайно, ненароком. По-моему, кстати, белая волчица это просто край. После нее уже ничего не будет. Возможно, я ошибаюсь. Но я просто уже ничего не помню. Я помню бизон, волк белый. Ну, как бы вот и все, в общем-то. Не, ну там-то не может быть ее. Ну ладно. Значит, надо искать опять это озеро. Вот. Странно, вроде невысоко падали. Почему я туда не могу забраться? Я хочу. Так, аккуратненько. Здесь срезать получится? Лучше не стоит. То срежем так, что нас опять телепортнет куда не надо. Так, хорошо. Стоп, может быть, она тут? Тут так не хочется мне рисковать. Ну, вроде нету. Слишком маленькая территория. Поэтому вряд ли ее тут сможем мы найти. Так, ладненько. Опять? Здесь тебя и закопаю. Да, что-то. Упс. Я меняю лошадей как перчатки. Но мне нравится больше коричневые в этой игре. Вообще самые мои любимые лошади это шайры. Обалденные животные. Хорошо. Так, мы уже близко. Хорошо, главное теперь не это самое. Не профукать. Добычу. Па-па-па-па-па-па-па. Так, где-то... Да. Вон оно, зелень. Так. Я уже боюсь. Давайте слезем на всякий случай. Я ее не вижу пока. Так, охотника вижу. Ладно, сейчас сперва к озеру тогда. Да я пытаюсь не спугнуть. Где она хоть? Вон она, мать её. Ой, а как вот так? Где она? Уходит.
Па-па-па. Нет, не уходи. Ура! Почти с первого раза. Шкуры спа. Да плевать, господи, как из лука вот эту хрень можно убить? Она не убивается. Ну серьезно. Вы видели из лука, какая реакция? Чем я могу помочь тебе, о великий воин? Может, стрелы все-таки. Прокачаем. Ну, потому что я уже. О, опять на лошади, хорошо. Так, охотник был там. Ну, невозможно из лука их. Не, можно наверняка как-то, но, блин, очень. Как-то они все равно убегают, мы не успеваем даже. Великий кугуар, свирепый воин. Ну, кугуар. Его органы чувств гораздо тоньше, чем у тебя. Да ты чё? Тот, кто убьет его, берет в себя силу его духа. В горах, которые вы зовете северными скалами, бродит кугуар-людоед. Кугуар-людоед? Это странно. Ну да ладно, что у нас тут северные скалы? Ну ладно. Я боюсь сейчас спугнуть его, на самом деле. Я вообще про кугуары ничего не помню. Может, тут где-нибудь? Ну вот северные скалы. Да? Не подходит? Может, как-то объехать надо? Хотя вряд ли. Может, там? На вот этой пустынной области. Как раз. Так, подождите. Блин. Это было вот так пафосно. Нет, ничего нет. Блин, жаль. Это было бы вообще эпично. Так, ну хорошо. Блин, я тащусь вообще от местной езды. Так, северные скалы, да? Северные горы. Кугуар. Что бы им там делать-то, господи? Где же его еще искать-то тогда? А что мы называем северными горами? Может, он тут, кстати? Цуец. Он просто пьяный мастер какой-то, знаете. Вот. В Tekken, по-моему, был, или где там пьяный мастер. Я еще помню, в лихие 90-е стояли автоматы. С этими, со всеми файтингами. Я там вообще... Нинкой мочила всех. Нина больше всех нравилась. Так, хорошо. Там у нее еще такой синенький костюмчик был. Меня только всегда когнитивный диссонанс вызывало, когда нужно было драться с самим собой, можно так сказать. Этого я вообще не понимаю. Так, ладно. Где же эти си... Первый пошел. Второй тоже. Так, подождите. Где же могут быть эти северные горы? Вот объясните мне. Я уже где только не была. Потому что вот в этих красных он не водится. Может, он, конечно, потом появится. Может, просто сейчас не получается. Хотя странно. Мы же уже как бы задание-то активировали. По идее. Может... Блин, я даже не знаю, честно говоря. У меня нет версий. Северные горы. Если только вот так вот как-то объехать, а потом направо свернуть. Ну, вон они, северные горы. Вон север, вон горы. Мы там только что были. Там ничего нет. Ты что это там? Ходячий кошелек. А я смотрю на карту, главное, подсвечивается то, что враг. Думаю, что такое?
Слушайте, ладно, давайте тогда до Додж Сити мотанем. Ну, точнее, в сторону Доджа. И может быть вот тут... Ага, конечно. Может, вот тут где-нибудь? У меня просто нет версий. Слушайте, а может быть это там, за этим? Либо вот тут, кстати, либо... Может, за рекой там? Куда нас помните? Откуда, точнее, мы приехали? Там лесок, горы. Форт там. Как вариант... Это чертова коня, но это не то. Ну да, скорее всего, тогда там. Господи, опять? Оружие, и мы сохраним тебе жизнь. Да ну? Так, ладненько. Сейчас, если он тут не появится внезапно. Не, не появится, сомневаюсь. Я в этом очень... В общем, ладно, тогда давайте сейчас доедем до этих... Стоп, может тут где-нибудь? Да, вроде нет. Доедем до этих красных гор. Блин, все-таки как называется вот это вот место? Оно же как бы настоящее, вот там такая вот гора. Я не помню, как называется. Вот это вот разрушенное уже. Тут, конечно, сейчас вряд ли кугара мы найдем. В общем, ладно, тогда сейчас доскочим, действительно, сохранимся. И потом уже в следующей серии, когда будем что-нибудь делать, может, он нам где-нибудь попадется. Просто обязан. Рано или поздно. В общем, ладно, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, зовите друзей. А, в общем-то, в следующей серии, как бы, понимаете, мы попытаемся найти кугу. Я знала, что это примерно так и будет. Черт. Ладно, хорошо. Где он был? Прямо напротив вот этой. Хорошо, все. Приняли к сведению. Намотали на ус. Точно, я же забыла. Здесь вот эти вот горы. Вот эти, помните, мы туда еще забирались, когда... Как его, тощего или как с тонкого, как там его звали? Ух ты, спасали. В гору-то поднимались. В общем, ладно, в следующей серии вот тут пойдем туда. Если эта серия вам понравилась, вы знаете, что делать. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.